улице Нарцисса Флауэр позволит вам разнообразить свой участок в весенний сезон классными цветами. Цветет махровыми цветами в период с апреля по май, распространяя тонкий аромат. Лепестки желтые, коронка тоже лимонного цвета. Цветок крупный, яркий, пышный. В уходе нарциссы неприхотливы, требуют минимального ухода. Нужна им любая почва, свет или полутень, полив достаточный. Высадку луковиц предпочтительно осуществлять перед зимой, но так, чтобы они укоренились до заморозков. Можно сажать и весной, но зацветут они лишь через год. Хранят посадочный материал в прохладе и при проветривании. Нарцисс Split Corona Flyer – это травянистый высотой 35 см, диаметром 9,5 см. Цветет растение в месяц апрель-март. Аромат у цветов слабый. Окраска цветка ярко-желтая. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 8 см. Весной листва по цвету зеленая. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Нарцисс Split Corona Flyer создал Джей Гэрретсон Энтка. Годом создания растения считается 1978. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.